Всем привет, меня зовут Евгений, я сотрудник компании Rolling Moto Москва. Сегодня расскажу вам о истории создания компании Fly Racing, расскажу, что вообще компания задумала, когда организовалась, что делает и как это есть. Значит, компания начала существование свое в 98 году, это американская компания. Туда, соответственно, входили производители, точнее не производители, а райдеры, которые мотокроссом занимались, эндуро занимались, шоссейно-кольцевыми гонками. Соответственно, ребята знали, что нужно для райдера, какая нужна защита, на что обратить внимание. Самый большой плюс то, что компания не стала лезть в самый-самый топ производителей, то есть самый дорогой сегмент, они выбрали средний сегмент для начинающих и уже для более опытных райдеров, тем самым это сказывается на ценах. Второй большой плюс компании Fly Racing это в том, что они не стали делать какой-то определенный сегмент, например, шлема. Они решили райдера одеть полностью, с головы до пяток. И сейчас потихонечку расскажу, что у них в линейке есть. У них есть, начнем со шлемов, то есть подешевле модельки, уже подороже, и самые топовые модели, которые, в принципе, выбирают уже даже многие профессионалы за счет их новых патентных данных. Как маленький бонус, соответственно, полезная сумка-переноска есть для маски, для очков. Довольно-таки удобная вещь. Также не исключено, что они производят маски, потому что это тоже очень вещь нужная. Вот, есть подешевле, подороже и более топовый сегмент. Идем дальше, это защита непосредственно груди, то есть, как видим, у нас здесь есть более легкая защита, без плечей, без предплечья. Есть подороже, соответственно, с плечами, с предплечьями. Есть обязательно локти, защита, то есть как же без этого. Пойдем дальше. Следующий у нас идет это джерси, штаны и перчатки. Как видите, они идут в основном все в одной линейке, в одной цветовой гамме. Есть также разделение подешевле, подороже, в зависимости, где вы используете, какой у вас бюджет. Дальше у нас идут колени, как ни странно. Есть вот такого плана колени, пластиковые. Есть системы 3DO, то есть которые становятся жесткие при падении. На данный момент они мягкие, как бы, но при падении они становятся более жесткие. Есть мотоботы, про которые мы уже обзор снимали. Можете посмотреть, в чем у них отличие. И также у них цена подешевле, подороже. Дальше у нас идет это уже защита поясницы. Тоже очень важный элемент, который, в принципе, многие не игнорируют и обязательно его покупают. Также у них есть хороший мерч. Как видите, на мне, в принципе, хороший балахончик, есть шапочка. Также разные цветовые категории. Есть майки, есть шикарные рюкзаки, полезные, удобные. Вот. С этим компания как раз и зашла на рынок уже ближе к 2003-2004 году. Она собрала весь свой сегмент, то, что она собирается производить, и уже выпустила это на рынок. Каждый год обновляют свои, соответственно, модельные ряды. Что-то дополняют, что-то убирают. Ближе уже к 2013 году компания вышла на российский рынок и взяла пару неплохих топовых гонщиков, которых начала спонсировать с 2013 года, и уже ворвалась на российский рынок с готовой бизнес-моделью. Каждый год они обновляют свои, соответственно, модели, добавляют шикарные цвета, и очень много райдеров как раз выбирает эту компанию за счет того, что есть выбор как и подешевле, так и подороже, так и самый дорогой сегмент. А я напоминаю, что все это можно посмотреть в наших магазинах на Колодезном переулке 2, строение 1, пощупать, померить, что-то прикупить. Во втором нашем салоне, это 32-й километр МКАД, ТЦ «Шелковый путь». Также можно посмотреть всю необходимую информацию на нашем сайте по цветам, по цене. Это сайт компании rollingmoto.ru. А мне было приятно с вами пообщаться. Всего доброго. Пока.